Власти Самары и Бреста подписали соглашение об установлении дружественных отношений между городами. Делегацию, которая работала несколько дней в Республике Беларусь, возглавила глава Самары Елена Лапушкина. Соглашение будет способствовать сохранению и расширению сотрудничества в сферах образования, культуры, спорта, молодежной политики, туризма, благоустройства городского пространства, а также создаст условия для развития торгово-промышленных отношений. Конечно, это и сотрудничество в сфере благоустройства. Очень бы хотелось узнать их дендроплан, какие растения они высаживают, потому что, смею вас заверить, газоны и клумбы там выглядят роскошно. И если это сможет прижиться в Самаре, почему бы нам не использовать их знания и их опыт? Там есть одно из серьезных предприятий, с которым мы уже в 2019 году сотрудничали, предприятие СИМ, которое занимается дорожной техникой и дорожной разметкой. У них есть линейка дорожной краски. Вот сейчас вместе с департаментом городского хозяйства изучаем, насколько она применима в наших условиях. Безусловно, начало положено. Конечно, у наше сотрудничество будет только расширяться, только развиваться. И надеюсь, что действительно все получится. У вас появился новый замечательный, хороший друг. Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук отметил, что рассчитывает на продуктивное взаимодействие и сотрудничество. Мы, по сути дела, дружим не во имя дружбы. Мы дружим во имя людей, во имя жителей наших городов. Потому что это дает реальную, пусть и не прямую, зачастую даже иногда и не быструю, но дают отдачу. Вот почему я удовлетворен самим фактом оформления партнерских и дружеских отношений с таким пассионарным, с таким экономически развитым регионом, как город Самара. Белоруссия является стратегическим торгово-экономическим партнером Самарской области и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. Партнерство с Брестом станет продолжением планомерной системной работы по расширению сотрудничества региона с республикой, которую задал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время его визита в Белоруссию в июне этого года. А уже в июле в Самарской области находилась делегация Министерства промышленности Республики Беларусь во главе с министром Петром Пархомчиком с рабочим визитом, во время которого стороны рассмотрели пути развития экономических и деловых связей. Глава Самары Елена Лапушкина и первый вице-мэр Самары Владимир Василенко обсудили тогда с коллегами возможности участия белорусских предприятий в обновлении парка пассажирского электротранспорта, реконструкции действующих и строительство новых трамвайных путей в столице региона, поставки трамвайных вагонов. Светлана Кудрявцева, события.